Специально для вас у нас в гостях ведущий «Давай поженимся», который помогут вам сегодня найти свою любовь. Встречайте! Или не сел. Добрый день! Мы рады вас приветствовать на нашей передаче. Мы поможем сегодня вам увидеть друг в друге что-то новое, интересное и, возможно, даже полюбить. Не будем забывать и о своих требованиях. Молодые люди должны быть красивы, умны, воспитаны и очень активны. В свою очередь хочу отметить, что звезды сегодня расположены наилучшим образом для построения новых отношений, укрепления уже существующих и примирения немного повздоривших. Минутку, если бы это означало из-за воспитанности, любовь была бы, никто бы не женился. Уж тем более я. Если бы не было любви, не было бы тебя. Звезды говорят, нам на сцену должны подняться одна девушка и три юноши. Ну что ж, пожалуй, пора уже вам выйти к нам. Одну девушку. Не-не-не. Давай ты иди к нам. Девушка у нас есть. Лиза, пожалуйста, еще три маленьких. Нет. Представься пока, пожалуйста, как тебя зовут? Тамара Бак, ученица 4 класса. Пришла сюда повеселиться. Я надеялась, что не выложит, но, к сожалению, выложит. Почему же, к сожалению, по-моему, это очень хорошо ответила. Лиза, пожалуйста. Три мальчика, ну, пожалуйста, посмелее кто-нибудь, быстрее доброволится. Микрофон. Вот мальчик в очках сидит, вообще не подняли, дела. Чего не делать? Не-не, в очках как-то не дотянется. Вот, смелее. Давайте еще два. Пожалуйста. Ну, давайте кто-нибудь. Завалите. Ну, что же вы такие смелые? Ну, где мужики? Рот за вас спрашивает, где мужики? Давайте. Надо мне сказать. Не надо, пожалуйста. Пожалуйста, 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 стоит. Я думаю, мы и так все знаем ответ. Вот. И пожаловаться еще. Ну что ж, давайте все представитесь, пожалуйста. Меня зовут Артур. Прекрасное имя. Виталий. Не менее прекрасно. Никита. Ну и это, соответственно, тоже. Ну что ж, первое, что должен уметь настоящий мужчина, это говорить комплимент. Прошу каждого из вас с радостью вступить в борьбу за нашу прекрасную Тамару. Правильно, да, Тамара? Ну что ж, дорогая Тамара, эти юноши, смотри, конечно, прекрасны. И все достойны внимания. Говорить-то они умеют, но ты не должна забывать, что мужчина – это опора для женщины. И каждый доступный мужчина должен уметь доказать это. Привлечь внимание девушки не так легко, как кажется. А завоевать ее сердце еще сложнее. В Африке, например, мужчины считают лучшим доказательством ритуальный танец. Как мне говорят звезды, Тамара выберет того, который с помощью танца сможет показать свою силу, надежность и свое превосходство над соперником. Ну, поехали? Тамара, садись вперед. Нет, не садись. Thank you.
вас в школе учатся. Все сильные, красивые, надежные. Однако пришло время сделать свой выбор, Тамара. Дорогая, слыши свое сердце. Ведь выбрать нужно только одного. Кого ты выбираешь? Ладно, бери всех. У тебя 5 секунд. Раз, два, три, четыре, пять. Она последний выйдет. Нет. Пара. Это Тамара и Артур. Давайте разрешим аплодисменты. Давайте поднимемся на места, а мы продолжим.